Играя в соло, многие игроки, увидев огромные дома, стараются обойти их стороной. Но не Папа Чиз. Я решил устроить у них диверсию. Это история о том, как соло-игрок выживал на территории вражеского клана. Всем большущий привет! Нас уже почти 300 тысяч, и если ты еще не подписан, то знай, нам не хватает именно тебя до преодоления данной вершины. А еще я хотел бы вас поблагодарить за 30 тысяч лайков. Вы просто крутые, ребят. Реально. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет интереснейшая история. А начиналось все с того, что я познакомился с американцем. Тут какой-то бимш. Hello? 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 Yes, yes, hello, hello. I'm naked, don't worry. I'm pumpkin man. I'm naked too. Oh, nice. We can survive all together, man. Do you need corn? No, I'm okay. Where are you from? US. You're not from Africa? Osas. You mean what? Osas? Yes, Osas. My African name is... How many hours do you have in this game? Oh, like 1600. I think this place where you live is so shit. Oh, let's go get the naked. Yeah. Nice. Why you running, bitch? Help. No. Nice. You killed this bitch. A BBR, big black rocket. Мы побежали в сторону мирного города. Пофармили камень, дерево, скрафтили себе оружие, то есть лук, и наткнулись на какой-то домик в лесу. Hello, we are pumpkin boys. The pumpkin boys. Oh no! Fuck! Go, 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 go! Oh, shit, he's kidding. Don't touch my fucking semi-rifle, bitch! I don't know what to say. Что? На старте это был просто огромный куш для меня, но я оказался в ловушке. Они меня закрыли, но у меня были зажигательные стрелы и зажигательные патроны. Чтобы внутри не закрыли все двери, мне пришлось разбить у них для начала спальники и застроить потолки, чтобы они внезапно не спрыгнули. Я застроиться тут не смогу, только этот потолок. Ну привет! What's up, Pumpkin Man? What's up? What's up, man? Oh, fucking God! Thanks for loot, man! You're stuck in there, though. You can't do anything. I'm not stuck! Yes, you are. You don't know the password for the doors. It's not problem, brother. It's a very not problem. I told you. I think it's a very big problem. You think? I think not. И тут у нас с ним начался спор. Он пытался меня убедить в том, что у меня большие проблемы и я отсюда не выберусь, но у меня были буры, поэтому проблем у меня как таковых и не было. Ну и кто сказал, что я застрял? И печки я, пожалуй, тоже заберу. Так, это будет его место, как бы, где он будет спать. Блин, офигенный старт! Возле какого-то клана еще, наверное. Просто это огонь. Спасибо. Немного заапгрейдив домик, я увидел, как эти чудесные ребята стоят в окне. И не знают, что им делать. Но я для них решил строить небольшой вольерчик. Hello, guys! Hello, guys! Hello? Я пытался долгое время с ними поговорить, но разговаривать со мной они не стали. Guys, I have big подарок for you. Ха-ха-ха!
Ну, у него сеттик был. И через некоторое время он все равно ко мне вернулся. И тогда я решил его там запереть. Hello? Hello, my friend, Stiller. Are you hear me? Where are you, my friend? А чтобы ему там не было скучно, я ему решил оставить запись, где я его поблагодарил за дом. Hello, bro, thanks for base. You very beautiful man. I need this loot. You best farmer. Do you have any animal fat I can use or trade? No, I don't have. I can give you crossbow. Yeah. Yoink. Take it. После я бегал и исследовал клановые территории, где я мог что-нибудь украсть. И заметил, как неподалеку от моего дома сбили вертолет, куда я и отправился. Кто? Меня убили. Я появился дома, быстро схватил СМГ и побежал обратно. Осталось узнать, как мне отсюда уйти. Скоростные ракеты я угнал. Очень много скоростных ракет. И зажигательные ракеты. Если я это донесу, то я миллионер. У меня будет и экспа, и топка, и все у меня будет. Там калашисты стреляют. Эти бомжи могут у меня тут сидеть? Могут, но не сидят. Это отлично! Это шикарно! Это просто пушка. Там тип с базукой или булавой, я не знаю, что это. Но мне это нужно. Отжать калаши на этом замесе у меня не получилось, но я узнал, кто живет неподалеку от меня. Окей. Ничего страшного. В один момент я даже решил их подсидеть, но никто из базы у них не вышел. И тогда я решил с ними просто поговорить. Hello guys, why you killed naked guys? Why you door camp, huh? I wouldn't kill you unless you door camp. We not door camp you, you just killed naked. No, I don't have something. I got only my dick and bandages, bro. When did I kill you? When did I kill you? I'm sorry, bro. You were following me, though. Слушайте, потихоньку намечается какое-то веселье. Пять скрапа, ну это да, это стоило того. А потом я увидел то, что мои иностранные соседи продают базуку, и она мне была нужна, поэтому я отправился к ним. Yo, bro, are you here? I wanna buy rocket launcher, but I can't use drone. I got sulfur right now. I can give you sulfur first. Okay, I'm waiting. I mean, you can hide in here. All the outer turrets are off, but not the ones inside, right? Not okay, inside. Okay. Here, I give it to MP5. Oh my god, man. Why are you so friendly? Hey, tell me. You wanna go? I don't know, man. AA9. Yeah. AA9. You see? Three shops? Hey, Bina, yeah, I know the guy. Yeah, they online raided me a few days ago.
Oh, it's so good. I can bite this guy and we can fuck this guy. If you need help, just tell me. My name is Poopa. Poopa. Yes. Poopa. Just write in chat. Sure. See ya. Офигеть, ребята крутые. Я хотел их доставать, а они оказались топовые типчики. Мне даже теперь не хочется их убивать. Неподалеку от меня скинули чинук, а мне нужно было хорошее оружие. То есть я мог ворваться в замес и утащить какие-нибудь пушки. С первого раза у меня унести оттуда ничего не получилось, поэтому я быстренько оделся и решил попытаться второй раз. Ну это ж не могло по-другому произойти, да, тупая свинья? Я на спокойствии, на абсолютном спокойствии после этой свиньи оделся третий раз и побежал туда снова. Я ухожу. А мне пофиг, я ухожу. Кабану то, что он меня убил, вообще огромное спасибо. Так бы я ворвался на замес, утащил пару пушек, а так я утащил все. Мне очень сильно повезло, я нашел сгнившую территорию, где я смог ёнькнуть лестницы. Кайф. А после чего я решил посмотреть, как поживает огромная база типов, которые зарейдили моих друзей в офлайне. Блин, там куча турелей. И в этот момент я понял, что проникнуть на их территорию будет не так просто. Поэтому я отправился на фарм компонентов. Мне нужно было изучить базуку и скоростные ракеты. Разрывные патроны, отлично. Ну ты везунчик, чувак, очень-очень везучий парень. Красава. Ну нет, не повезло тебе. Хангри, привет! Хангри, здорово! Я не знаю, что это было, но мне очень-очень сильно повезло. Хангри, привет, кстати. Фух! Бегая по теплому и мягенькому песочку, я нашел сгнивший домик. И тут мне действительно повезло, я сорвал куш. О! Чувак, нет, нет. Офигеть, у меня семена какие, клоны. Надо тут дом строить, иначе это габала. Ой, мне тут на дом сейчас хватит. Это гуд. Тем более мне тут шкаф разбить надо, как минимум. Шиш! Мне кажется, тут очень много лута должно быть. Надо сделать так, чтобы он догнил. Так, 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 так. Так, надо тут спалку кинуть обязательно. И пару пушек закинуть, чтобы если меня кто-то жахнул, я это все не потерял. Если что, у меня есть идея, как я отсюда смогу все перенести. Ну, правда, это будет немного опасно, но ничего страшного. Т-
Так, я тут, наверное, сейчас печь заправлю. Скрафчу черепу. И посмотрим, что у него в шкафу лежит. Я сомневаюсь, что там будет что-то много всего. Тут еще лутовые есть, по-любому. Я заправил большую печку, наплавил немного метальчика и решил вынести шкаф. Ну, такое, конечно, ладно. А еще я нашел турельку, которая мне точно была нужна. И я ее тоже ёнькнул. Я понимал, что чтобы перенести весь этот лут, мне нужна была лодка. И я отправился на соседний остров. Сейчас я тыквы тут насобираю, может быть, лодку найду. И нифига себе тут какая база, реально. Я почему-то думал, что на конце карты никто не будет строиться, ну ладно. Естественно, мне стало интересно, что это за база. И пока я бегал и обследовал эту территорию и смотрел вообще в онлайне ли они, я увидел, как к этому острову приплыла большая лодка. Мне точно не показалось, там лодка плывет. Что? По всей видимости, это были хозяева этого острова. До того, как не появился я. А это еще и их база. Лол. И в этот момент я понял, что меня ожидает действительно интересный контент. Я отправился на их остров и начал строить планы по захвату их территории. О, так я могу тут жить прям. Спасибо. Убежать с этого острова было довольно сложно, поэтому я все закапывал в смолстэшике. Спасибо. После этого они сели на вышку, и у меня появилась идея подождать кого-нибудь возле ворот. Странно, ну ладно. Ой, что-то не получилось. Мы с ними воевали очень долго. И, к сожалению, основная часть замесов этих просто не записалась. Да. В этот момент у них довольно жестко пригорело. Они даже друг с другом перессорились. И чтоб вы понимали, этот лут я выбил с них. Да, с одного замеса. Хоть пострелушки и не записались, но его горящий пердак вы можете увидеть в чатике. Ну а потом они и вовсе начали раздавать весь свой лут. А этот лут в борьбе с той огромной клониной мне очень сильно бы пригодился. Поэтому я решил там поучаствовать. Как будто они... Я не знаю. Окей, сейчас подплыву. Алой. А зачем ливать-то сразу? Чё ливать-то? Там... Там свои проблемы. А чё за проблемы? Есть тут у нас люди не очень достойные, чтобы играть вместе с ними. Ну чё-то мне кажется, это слишком много. Не знаю, взял что-то, всё что... Ну, если что, скажи, что тебе надо, могу вынести. Там мне вроде ничего не надо, я вот только нашел вас, как бы думаю, окей, можно постреляться, там веселые ребята, нет, вы сразу ливаете. Странно. Да, много кланов найдешь еще, что ты переживаешь. Да кланов там много, а остров-то один. Ну, он твой, можно сказать. То есть я двумя или тремя файтами отвоевал остров или что? Если хочешь так думать, пускай да, пускай будет так. Да, мы все ливаем. Все ливаем. Все ливаете? Не только я. Я даже не знаю, что мне делать с этим лутом. Серьезно. Да, может быть, я и не записал захват острова, но захват их ресурсов я точно запечатлил. Короче, они ревнули сервера, отдав мне все свои ресурсы. И я точно знал, куда я пущу эту взрывчатку. Я, кстати, пытался уговорить их остаться на сервере, но не получилось. Да,
Это неприятно, что я не отснял материал, но ничего страшного, ведь самое главное вас ожидает впереди. Я решил поговорить с моим иностранным соседом и предложить ему, так сказать, расправиться с нашим общим врагом. I know, AA9, raid you offline, yes? Yeah, tonight? Yes, yes, yes. We can fuck this guy, if you want. Oh, shit. Listen, I have a main base. Yeah. Where I have one box rockets. I don't have that much, though. I have like 36, I think. 36 rockets. О, it's nice, it's nice. Естественно, свой домик я решил улучшить, ведь тут лежало очень много ракет. Я вообще не планировал в этом доме жить, но... ну ладно. Как бы пойдет. Неплохо. Ну а после чего я решил изучить глушитель, чтобы пойти ломать турели у моих соседей. Пойду пробовать реализовывать мой план. В принципе, блин, я даже не представляю, насколько мне этих патронов хватит и вообще пулемет ли выдержит такое. Ну ладно. Я отфармил там немного дерева и решил отстроить себе небольшую кибитку, чтобы пока я ломал турели, меня никто не убил в спину и не забрал мой пулемет. И тут начался самый интересный контент. Я просто на протяжении часа разбивал эти турели. Минус одна турелька. Еще мне осталось разбить всего на раз башня. Блин, две башни еще разбивать. Но мне еще нужно как-то ветряки у них попереломать. Еее, турец is dead. I need to only destroy. And this guy is so rage because... we have TC and auto turrets. We can off this and raid main base, you know? Возьму так, и мне нужны лестницы. Висит такой, типа, привет. Я подфармил немного дерева, скрафтил лестницы и полетел к ним на крышу, ведь там стояли открытые магазины. Что у них тут? Тут куча пушек, мало серы. Окей, смотрим следующее. Куча пушек, мало серы. Тут даже разрывные есть. Но я хочу вот в это окно залезть, посмотреть, может быть там что-то есть. Но это походу не получится, к сожалению, там есть турели. Естественно, я решил залететь на вышку, в которой не было дверей, и посмотреть, что там находится. И вы не представляете, насколько же было страшно в нее спускаться. Тут шкаф. В общем, пока хозяева где-то тусовались, отдыхали и фармили, я решил устроить им небольшой ремонт на их ферме. Серьезно? Ого! А еще я отрубил им электричество. Посмотрим, что тут есть. Но мне кажется, я иду туда, куда надо. Thank you.
Я попал туда, куда надо. Все ресурсы, которые там были, я, естественно, переносил в свою кибиточку. А еще мне нужен был водитель, чтобы разбить у них ветряки. И помочь мне согласился мой иностранный друг. Фух. Окей, wait. Go to the tower. Only tower. I show you. Careful, careful, turrets. Where is turrets? Yeah, no problem. Go slowly. Okay, just drop me. Okay, it's nice. I show you magic. Okay, okay. Ha! Oh, what the fuck? Holy shit! Okay, go one more. 3, 2, 1. Oh, smart. Damn. Go next. Three, two, one. But you see boxes? Okay. You see boxes? Right? Window. Yeah. We need to go window. Drop me at the top. Okay. Okay, auto turret's not shooting. Oh, if I die, just take copter and go. No, I'm alive, but no way. Yeah. Maybe you stand up, maybe you stand maybe, up. Maybe, I believe. Yep! Oh! Holy shit, I'm so lucky, bro! So fucking lucky, yeah. God, man. Holy shit, man! Oh, empty, all empty. Юник. Ну а потом мы все-таки решили найти шкаф в этой ферме. Лютром. Yes. Yeah, big Lutrum. Yes. Berries and stuff. But it's empty. Holy shit, man! Everything? Holy fucking shit! It's all empty? No, just... Really? Look at these boxes! I'm so bad, man. Want boost? Okay. Yeah, and I take you. Go to my base. I take you. Мне не хватило пару ракет, и только я собирался за ними слетать, как вдруг появился он. Хозяин этой фермы. И он явно был мне не рад. Ну а если честно, кто был бы рад, если бы какой-то колорадский жук в виде Димаса украл у вас 3 ящика ягод? Нифига себе очнулась, красавица. Уходить с этой фермы я не мог, так как он бы ее точно застроил. Поэтому мне пришлось отстроить взлетную полосу, чтобы ко мне смог прилететь мой иностранный друг и привезти ракеты. Nice! You best driver in the world, you know? Holy shit. Yeah, I'm up here. Я быстренько поставил свой шкафчик и решил его сразу же застроить. О май гад, я упал. I can pick you up.
Охо-хо, authorize. Турет. Окей, okay, no, I'm clear and authorize. Let's go. Yeah. Can we turn them on? But we can't use this. No. I'm destroy electrical. No, на крыше у них был пулеметчик, и выходить туда было страшно. Я все это время думал, что он пытается меня прочекать от альта. А оказывается, он вылетел. И, наверное, он подумал, что его защитят турели. Но нет, мы же их разбили. Что? What the fuck? Was he naked? Maybe not. No. I'm yoinked. You get... Aha! So many meds. Why the fuck did he log out? I don't know. I think this guy just... removed this game. It's the second time their hemplays got raided. Bye-bye, bitch. You can save this loot. Все ресурсы с фермы мы перенесли, а также украли весь основной лут в магазине и забрали пулемет. Это, я считаю, гениальное ограбление. По прилету домой я решил обустроить мой домик и немножечко добавить буферок, ведь я понимал, что меня могут зарейдить. И сразу после я отправился спать. Но не спеши выключать видос, это еще не конец ролика. Так, надо посмотреть, что вообще за ночь произошло на этом сервере. Надеюсь, меня никто не зарейдил. Вы посмотрите, они поставили новый магазин. Они еще один пулемет продают. Ой, у них турели выключены. Ага, ну не все. И у них работает печь. А у меня есть билда здесь. Ха-ха-ха-ха. Возможно, мне стоило бы забрать какой-то шкаф у них, чтобы я мог строиться и по территории спокойно бегать. Я увидел, что за территорией у них сгнили пару шкафчиков, которые я мог бы забрать и пристроиться к ним прям впритык. Поэтому я сбегал домой, взял ресурсики и разрывные патроны и начал заниматься грязными делами. В это же время я решил провести электричество в моем основном доме и поставить пару турелей, так как под моим домом постоянно сидели какие-то бомжики. Так, его мы должны поставить ровненько по центру, чтобы никто его, как мы, не мог разбить. Так. Идеально? Идеально. Теперь мне нужно электричество, и я хочу здесь поставить турели, чтобы мне не было страшно заходить домой. И расставляем турельки. Одну, кстати, можно поставить дома где-то. И не успел я подключить турели, у меня появились первые клиенты. Оу, щит! Я хотел отстроить мостик через их каменный забор, поэтому мне пришлось немного подфармить различных ресурсиков. Пойду пока мост построю, посмотрим, что там у них вообще выходит.
Серьезно, мне даже взрывать не придется шкафы. И на этом моменте мое тихое выживание на этой территории было закончено. Хозяева вернулись домой. Я пытался его подбайтить, но с крыши выходить он не собирался. Тогда я решил сделать пристройку и забежать на мою ферму. Ого! Он сейчас отсюда зайдет. Holy shit, man! God damn! Everybody go! Tere-tere-tere-re! Ugly plastic is fantastic! И пока я расставлял шкафчики на их территории, какие-то два жука проникли на мою ферму. Hello, my friend. Hello. И мне срочно нужно было с этим что-то делать. Отъебись от нас. Йоньк! Где твой дом, Чизи? Ты хочешь меня взорвать? Да. За что меня взорвать? Я вообще мирный. Я? Какие шкафы тебе показалось? Я просто пришел построиться у вас на территории. Вы не против? Если у вас сосед вот такой, как я, появится. Очень мирный. Ребят, давайте жить дружно. Я, конечно, пытался притвориться мирным, но они не хотели со мной общаться вообще ни в какую. И именно сейчас, пристегните ремни, вас ждет просто жесткий контент. Но все же у меня была грандиозная идея. Я заспавнился в своем домике, изучил скоростную ракету, скрафтил их как можно больше и отправился к ним. Блин, было бы прикольно, конечно, взорвать сейчас и турель подключить, но ладно. Пип! 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 О, мэн, гаддэм, о, щит, мэн. Нас рейдят! Спасаемся! Спасаемся! Бать, честно, я больше не буду твой видос смотреть. А что ты думал, в сказку попал? Не надо было в чат выписывать. Ау! Сейчас жди, пыла, ожидай нам. Сейчас жди, мы тебя убьем.
Ой! Тин-т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 ин. Хоть я и умер, но я знал, что можно сделать в этой ситуации, и как я смогу засейвить мой калашик. Я схватил дерево, киянку и отправился в бой. Капец, вы слабейшие, чуваки! Конечно, знаете, я с кем только не стрелялся, но настолько слабых я еще не встречал, чуваки. О, Чизик, привет. Есть какой-то новый контентик? А то мне с Андрюшей не понравился. Пацаны, может хватит уже? Вы как бы, это мой дом. Это мой новый дом. Уйдите, пожалуйста, отсюда. Вас никто не звал. Никто не соглашается. Такая вышечка, бать, такая интересная. Мой дом, а вы сюда лезете и лезете и лезете, и вообще непонятно зачем. Оп! Дабл килл! И под моей фермой они сидели круглосуточно. Ой, я забыл, это ж не моя ферма. А вы что, с крыши ушли, что ли? Нифига вы странные. Я вообще в шоке. Ты больно в ноге. Бам! Смотри. Видал, как умею? Ловить на этой ферме мне было больше нечего, поэтому я схватил все ресурсы, чтобы они им не достались, и решил отсюда выбираться как можно быстрее. Надо срочно сейвить! Я оттуда просто тьму лута вытащу. Я не знаю, что мне теперь с ними делать. Надо их рейдить как-то. Ну как это сделать? Я даже смог оттуда удрать, чуваки. Это просто жесть. Я не знаю, что это было. Но это было очень эпично и очень весело. Мне это понравилось. Это было просто идеальное преступление. Why you killed me, bro? Получилось забайтить? Мне вот интересно. Спасибо за сетик. Турелька, спасибо тебе большое. Йоу, сап, бойс. Йоу, what up, dude? Raid only for fun. And I leave from the server. Same. Probably the same here. Do you need M249? Yeah, if you want to, we have three. You can come over to our base if you like, Papa. Papa Cheese. Oh, yeah, we're okay. Calling him Papa? В общем, мы уже были готовы к рейду, и поэтому я собрал все свои ракеты и пошел к моим друзьям-иностранцам. Трипуловский, Трипуловский. So, here is the box. Oh, holy shit, man! В сумме у нас вышло 1.5 ящика ракет.
Yeah, no, one online, I see him. In compound. I don't see him. So where do we build? You can build here. You can build here. Yep. Okay. Up here? Alright. You can destroy this TC and build here. Is there wood? In TC. It's down to the left, like... Yeah, this is my base. This is my sleeping bag. Oh, it's your sleeping bag? Okay, okay. Killed him. I see. Please, Gary Newman. Please, Gary Newman, triple headshot all my enemies. Please, Gary Newman, triple headshot all my enemies. Careful for turret. I can come in. One to Rus' right, I think. One left. Yeah. One out, yeah, one. Oh, side, on the side, behind you. Okay. Yeah, one dead on the ground. Ground's dead. Okay. Nice. Yes, come back. Bro, that guy's a bitch, man. Oh, underground! Dead, dead. I'm reloading the rocket. Got him. I see. I need heal. Don't have any. Look, my body. What is your body? Yeah, my cap board. I think. Here, take it here. Behind wall or? Where? I killed the guy on roof. Dead. I nice. Killed him. Nice. Guy on roof dead as well. Double headshot, one dead, left side. Nice. Cover me. There's one in peaks, dude. I think. Careful. I'm here. There's someone. I'm in peaks. He's building below you, building! No problem! Okay, we need rockets, here. Oh, naked here. Yes. Good job. Cheese. Holy shit, it's fucking heavy list rockets. I go boom boom, yeah. I go boom boom high quality metal though. Okay. Where's shooting? Oh, I'm shooting for. Careful. Peaks. Yeah, this is. He's dead. There's a door open here. Fuck. I might have killed the naked. Oh, he's so many. I'm half him too. I killed him. Boxes. One on me. Fuck, I don't see on him. On me. I'm dead. Full dead? Oh, coming. Kill. Killed him. I'm getting you. I think it should, I need fucking healing. Come to me, upstairs. I need healing. I not killed him? I killed him and I'm dead. I am dead. He's dead. Nice. One guy came into the compound, it seems. Left side pick dead. Wait, nice. Are you guys above? Garage door open. Door open. Oh, you're rocketing from down there. Okay. Turus, careful. You have rockets more? Yeah. Let's go. Boom. Reloading. I have more. I can drop down if you need it. Here. Wait, hitting garage door. Here. Yes, garage door. Careful. They open? More. Done. Boom. I kill more one more. Outside. I'm watching. I kill one. I can incinerate the entrance actually. Do it. I'll try at least. Step. Stay. Oh! Yeah. Okay, let's go more! I have one more only. I got sulfur. One more? I have three more. One more rocket? Nope. I have. Boom.
got him? I kill one! Yeah, one's holding the compound. И вот мы уже окончательно пробили этот дом насквозь. Спустя 2 часа нереальных замесов, мы потратили все свои ракеты и наконец дошли до шкафа. Пока я контролил этот дом, мои иностранные друзья таскали лут в свою рейд-кибитку. Но ракеты, взрывчатку, к сожалению, в этом доме мы не нашли. И тут осталось очевидным то, что либо они ее перенесли, либо они ее задеспавнили. Но нас на самом деле это волновало в последнюю очередь, ведь у нас была цель просто их выселить. I kill him too. Куда с моим калашом пошел, я не понял. Жук. Не будете обливать, все, чизи, разрывай, давай, нет, все, чизи. Да, мне нечем больше разрывать, мы все потратили. Нет. А потом я решил дать уроки пилотирования моим иностранным друзьям. I told you, I'm best driver in the world. You wanna go with me? Let's go. Let's go, I'm best driver. Ну а свой домик я, естественно, со всеми ресурсами отдал моим иностранным друзьям. Goodbye, Papa Chess. А зайдя на следующий день, я увидел то, что эта база уже почти полностью прогнила. Вместе со всеми магазинами и шкафами, которые стояли вокруг. А бывшие хозяева этого дома оставили небольшую надпись на магазине. Надеюсь, вам понравилась данная история, и мне удалось передать атмосферу Раста. Ну и всем огромное спасибо, что вы досмотрели до конца. А также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и всем пока!